Для того, чтобы лучше рассказать вам о том, как нужно носить аксессуары в новом летнем сезоне, мы организовали 3 фотосессии, на каждой из которых разработали разные образы для работы, для отдыха и для вечеринки. Для аксессуара это то, что сделает образ. Вообще он создает, да, ты можешь одеть что-то очень спокойное, но если ты оденешь правильный аксессуар, ты сразу дашь понять, что у тебя за образ. То есть это вот как украшение, это как браслет, там это как серьги. Главная роль аксессуаров – это поднять настроение только, как вообще роль и функция любой вещи. Тут такое дело, можно аксессуаром испортить всю картинку, да, как говорится, и опять-таки за счет аксессуаров, если все очень, ну, просто, лаконично, можно наоборот добиться какого-то эффекта. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Аксессуары для летнего отдыха выбрать несложно. Прелесть в том, что их не должно быть много. Пара обуви, головной убор, очки и несколько крупных браслетов будет вполне достаточно. Обувь в этом сезоне приветствуется из натуральных материалов. Дерево, каучук, рафия. Лучше всего, если это будет обувь на платформе. Из головных уборов стоит отдать предпочтение либо традиционной широкополой соломенной шляпе, либо шелковой косынке, которую можно по-разному повязывать на голову. Она обязательно должна быть цветной, с каким-нибудь рисунком. Летом больше можно разгуляться с аксессуарами, потому что, конечно же, нужно прикрывать голову, и, конечно же, нужно прикрывать глаза, и можно себе позволить какие-то легкие там платки, которые будут не особо уместны зимой. Из украшений для отдыха летом стоит взять парочку крупных браслетов, желательно ярких и пластмассовых. Такие найдутся в коллекциях даже таких домов моды, как Шанель и Луи Вуитон. Настолько подобные аксессуары нынче востребованы. Очки или круглой, или квадратной формы. Выбирать стоит в зависимости от формы лица.